Давайте дружить, а? Как-то мы нехорошо начали. Я не хочу собачиться с вами всю дорогу до Эль-Паса. Ну, что скажете? Мир? Давай. Обнимашки! А что, поздно? Все. Эй, хорош, хорош. Хорош, хорош, все, пустите. Ну вот, отлично, молодцы. Эй, а вы играли в орешки в штанах? Во что? Ой, да бросьте, сейчас я мигом вас научу. Это забойнейшая игра в мире. Вот смотрите, берешь воронку, суешь ее в штаны, вот так, да? Так. Теперь кладешь орешек на нос, вот так. И по готовности... Ну нет! Это невозможно! Это обман! Короче, победит тот, кто соберет больше орешков. Кто из вас будет первый? Давай. Да, это первый. Почему ты всегда первый? Парни, тихо, тихо, не волнуйтесь. Вы сыграете между собой, а я с победителем. Поехали. Сейчас. Держите. Не спешите. Это трудное дело. Надо найти равновесие. Готов. Смотрите в небо. Да, вот так, молодцы. Не опускайте голову. Готов. Не бросайте, пока не настроитесь. Готово. Чудеса. От запаха орешков у меня орешки мерзнут. У меня тоже. Эй! Ты это видал? Ты видал, что он сделал? Он гад! О да! Ему конец! Но сначала мы доиграем в орешки в штанах!